первый карасик. Всем привет, я на очередной рыбалке. Ну и начну свою рыбалку с прикормки. Удочки я уже забросил. Ну, в общем, вот у меня здесь есть творог. Буду прикармливать творогом. Все-таки, может, придет какой-нибудь линь. И также набрал я на берегу песка. Высыпаю сюда песок. И теперь вот это дело перемешиваю. Песок с творогом. Такие шарики. И теперь буду подбрасывать. Обычно, как правило, приезжал, где-то что-то, какой-то поплавок и клюнет. А сегодня приплыл сюда и вообще ничего не клюет. А что не клюет? Уровень воды понизился на сантиметров 8-10. Скидывают, наверное, воду, так как шли дожди. И вот поэтому рыба и не клюет. Ну, по крайней мере, сегодня закормлю на будущее. Пускай оно приходит, рыба сюда и крутится. Также у меня сваренная пшеница, вот такая пшеница, и тоже также буду подбрасывать пшеницей. Карасик это дело любит, пшеницу. Ну вот и хватит. Ну а потом еще подкину на протяжении рыбалки, ну или в конце. И вот он, второй карасик. На червя пока берет. Клёва как такового нету. Как затишье перед бурей такое. Вот он, такой карасичек маленький. Иди сюда, зашел камыш. Давай, давай, я буду тебя доставать оттуда. Ах ты. На овсяные хлопья клюнул. Пшено у меня варилось с овсяными хлопьями. И вот я достаю из каши этой овсяные хлопья и одеваю на крючок. И карасик клюет. Потихоньку. Надо подсалку брать. Тоже клюнул на овсяные хлопья. С-под того камыша. Вот такой. Thank you.
спросите меня, почему я вот здесь на эти удочки тут кормил, а тут не ловлю. Ну, потому что здесь оно почему-то не клюет, так как у меня здесь снасти на большую рыбу, на линя. Я все-таки пытаюсь тут кормлю и пытаюсь поймать линя. Ну а тут я тоже кормлю. И здесь кормлю. В общем, а здесь на чистом, ну возле камыша ловлю карасиков. А там у меня стоят удочки справа на большую рыбу. Может и короб подойти. Ну, правда, я у мужчины тут спрашивал, он тут сколько ловит. Говорит, один раз только короб клюнул. Ну, посмотрим, как оно будет. Оп, и карась. Клев вообще прекратился. Редко-редко клюет. То я ловил на овсяные хлопья. Сейчас червячка, думаю, поставлю. Клюнул на червячка. Да, темно, пробуй ты на пласт через. Вчера тоже один нормально так.
Да у меня и без пенопласта, в принципе, оно клюет. Купил червяков хороших, такие тоненькие. Ну вот это когда клёва сегодня не было, то хорошо сработала вот эта червяк с анисом. С анисовыми каплями. Ну я на ладошку покапал, червяка помакал. И поводок. Когда вообще не клевало, то оно и клевало у меня на одну удочку, вот это с анисом. А на овсяные хлопья сегодня не сильно хочет клевать, больше на червя. Итак, рыбалка моя закончилась. Сейчас покажу вам свой улов. А улов на сегодня такой. Вот столько мелкого карася. И получилось мелкого карася 2/3 ведра. Вот такой улов у меня. И такие карасики с ладошку, меньше и так далее. Ну все, на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока.